Вітаю глядачі парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Ми будемо говорити про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Гостем нашої студії є Олег Устенко, виконавчий директор фонду «Блейзера». Пане Олеже, вітаю вас у нашій студії. Що ж, власне, означає для України така пауза у співпраці з Міжнародним валютним фондом? Як це позначиться на економіці найближчим часом? Я думаю, що я би почав з того, що мені кажеться, що всі політичні еліти в Україні розуміють, що остановка сотрудничества с Международным валютным фондом крайне опасна. И потому будет сделано все для того, чтобы ее возобновить. Я думаю, что несотрудничество с Международным валютным фондом может привести к целому ряду огромных негативных последствий для экономики страны. Я бы назвал первое негативное последствие, если вдруг бы она была остановлена, это то, что Украина не сможет получить то финансирование, которое должна была бы получить в этом году не только от МВФ, а от всех других источников. Не забывайте, что у Украины потребность во внешнем финансировании на этот год оценивается в размере около 10 миллиардов долларов. Деньги, которые надо пустить и на пополнение золотовалютных резервов, деньги, которые надо пустить и потом на покрытие дефицита государственного бюджета и так далее. Не забывайте, что мы не можем отдалживать на внешних рынках заимствования капитала. Если бы сейчас Украина вышла на внешние рынки заимствования капитала, должна была бы быть готова платить больше, чем 10% годовых. От МВФ мы получаем по 3% годовых деньги. Но сотрудничество с МВФ означало бы и закрытие всех остальных программ кредитования Украины. Они все идут к привязке, есть или нет программы МВФ. А речь идет ни много ни мало о 2 миллиардах, например, от Мирового банка. Речь идет об 1 миллиарде долларов от правительства Соединенных Штатов Америки. Речь идет о деньгах, которые Украина может получить от Европейского Союза. То есть, насколько я понимаю, насамперед пострадает банковская система. И не только банковская система, но пострадает колоссальное население. Ведь удар будет нанесен моментально тогда. Если прекратить сотрудничество с МВФ, это означает, что в страну прекращается приток. Тот приток валюты, который идет по финансовому счету, с одной стороны. С другой стороны, усилится отток валюты из страны. Будут выводиться инвестиции, будут пытаться давить дополнительно на курс. И это совершенно объективно. Это не потому, что спекулянты раскачивают рынок, а такая ситуация будет. Будут обмельчать резервы. Представьте себе, в резервах 13,5 миллиардов долларов на теперешний момент времени. А если потребность в возврате денег около 10 миллиардов долларов, то речь идет по поводу того, что резервы могут обмельчать до 3,5 миллиардов. А как это тогда позначится на курс валют? Курс тогда может уходить самые необыкновенные высокие отметки, поэтому это даже лучше не прогнозировать, что это может произойти. Но когда у вас уходит в курс, очевидно, у вас начинает раскручиваться больше маховик инфляции. Почему? Потому что тогда у правительства появляется колоссальный соблазн так называемой монетизации дефицита государственного бюджета. Включается на высокой скорости печатный станок, деньги вбрасываются в экономику, они не подкреплены товаром, курс будет уходить дальше и дальше. Вспомните времена первого президента Украины. Дефицит государственного бюджета 30% ВВП, а при этом уровень инфляции 10%. Это такие негативные прогнозы, если співпраця будет призупинена. А вот в данный период... Сейчас я бы читал ситуацию следующим образом. МВФ абсолютно очевидно, и это было ожидаемо, был обеспокоен ситуация в Украине. Политический кризис, заявление части украинских политиков по поводу колоссального уровня коррупции, что, в общем-то, мы все понимаем, действительно по факту существует в Украине, но Международный валютный фонд читает эту ситуацию таким образом. Если в Украине есть такие пробуксовки, связанные, например, с борьбой с коррупцией, а борьба с коррупцией ставилась как задача номер один, это комплексная задача. По нашим оценкам Международного фонда Блейзера в прошлом году через различные коррупционные каналы было распределено около 20 миллиардов долларов. Речь идет о четверти ВВП страны. Когда у вас половина ВВП находится в тени, когда 85 миллиардов производилось на свету и 85 миллиардов в тени, а коррупционный налог составлял минимум 20%, то вот вы выходите на цифру 17 миллиардов долларов. Добавьте туда еще 5 миллиардов долларов, о которых говорил губернатор Саакашвили, которые распределялись через различные коррупционные схемы при распределении или при использовании государственного бюджета, выйдете на цифру больше, чем 20 миллиардов долларов. Почему возникла эта проблема у Международного валютного фонда? Потому что если вы не боретесь с коррупцией, если страна не борется с коррупцией, а еще лучше сказать, политические элиты страны не очень-то проявляют интерес к этой борьбе, то возникает вопрос, а что по поводу остальных структурных реформ, которые забиты в меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом? Вот почему госпожа Лагард, руководящий директор Международного валютного фонда, говорит о двух вещах в своем стейтменте,
ответе, которое они выпустили в Вашингтоне, она говорит и по поводу борьбы с коррупцией, и по поводу управления в стране. Когда у вас некачественное управление, это абсолютно очевидно, в нашей стране некачественное управление, имеется в виду государственное управление, и высокий уровень коррупции, которые между собой достаточно серьезно связаны, у Международного валютного фонда возникает вопрос, продолжать финансировать, кредитовать, лучше сказать, кредитовать страну, которая просто тратит деньги и не проводит реформ. Ведь их задача поставить Украину на путь устойчивого экономического роста. К сожалению... Что насамперед зараз може зробити, як змінити ситуацію Україна? Власне, про політичну кризу вже заявляють і самі українські політики, народні депутати. Питання зміни відставки уряду, оновлення уряду може вирішити цю проблему? І от наскільки до Кабінету міністрів саме уряду Яценюка прив'язана співпраця Міжнародного валютного фонду? Чи вони будуть готові працювати з іншим прем'єром? Я би сказав так. Ніхто давно на Западі и в мире, в принципе, не оценивают украинских политиков через индивидуумов. Это все равно, это будет Яценюк, Иванов, Сидоров или кто угодно главой кабинета министров. Для них более важный вопрос, связанный с институциональной возможностью Украины проводить реформы. То есть в идеале, как бы хотелось видеть, и нам здесь внутри страны, и за пределами страны, например, в Вашингтоне, или в Лондоне, или в Берлине, как бы хотели видеть ситуацию в Украине. Все равно индивидуум, который находится у власти, это абсолютно иррелевантная позиция. Более важно, это курс, который проводится, а это значит сильные институции. Но я бы сказал так, здесь есть, конечно, опасность, связанная с тем, что если убрать текущего премьер-министра, да, если кабинет министров переформатируется, то определенно это может привести либо к дальнейшему парламентскому кризису, что выльется в мировой такой информационной плоскости в название политический кризис, крайне негативная вещь. И эта крайне негативная вещь, она будет существовать какой-то определенный период времени. В этом случае Запад и МВФ в частности займет позицию, давайте подождем, что будет происходить в Украине. И в этот период времени... Насколько небезопасный этот период, давайте подождем для нас. Крайне опасно. Длительный период, это крайне опасно. Но не забывайте, что мы, в общем-то, должны 2 миллиарда долларов в этом году вернуть по процентам. То есть деньги-то мы возвращать не будем, но проценты мы должны за обслуживание долгов продолжать отдавать. Плюс, кстати сказать, и самим МВФ мы должны рассчитываться по предыдущим кредитам. 2 миллиарда долларов. Не забывайте, что на руках у частного украинского сектора долгов внешних больше, чем на 100 миллиардов долларов. Есть или нет программы МВФ, от этого зависит их судьба. Либо они смогут продолжать рефинансировать свои кредиты, то есть продлевать их, не выплачивать сегодня, а выплатить завтра, послезавтра, через 3 года. Это то, что они всегда пытаются делать на протяжении последних лет 5. Либо им скажут, ребята, вы должны деньги возвращать сейчас. То, что мы оцениваем в фонде Блейзера, необходимость в выплате долгов со стороны частного сектора на протяжении этого года, это около 3 миллиардов долларов. Но это при наличии программы с МВФ. Если не будет программы с МВФ, эта сумма может увеличиться, например, в 2 раза, дойти до отметки в 6 миллиардов долларов. Это колоссальные суммы. Это немного для страны, которая имела бы большие резервы, но Украина не имеет большие резервы. 13,5 миллиардов долларов в резервах, это не так уж много. Это неплохо, если ты знаешь, что тебе будут поступать деньги, а если они не будут поступать, это крайне низкая величина. Поэтому задача сейчас состоит в том, что правительство надо снабдить, и эта задача в том числе и фонда Блейзера или экспертного сообщества, которое работает в Украине или за пределами страны, снабдить правильным планом работы, то есть правильным пошаговым планом работы, каким образом можно резко поменять ситуацию в стране. Здесь надо искать компромиссные какие-то решения, к сожалению. То есть сегодня потребны такие кроки, которые бы сутево резко изменили ситуацию? Точно, правильно. И это можно сделать. Надо немедленно попытаться выводить из тени то, что находится там в тени. Вот эти 85 миллиардов, спрятанные в тени. Это значит, что актуализируются задачи и по поводу налоговой реформы. Актуализируются задачи по поводу судебной реформы. Не приходят инвесторы в страну, где есть возможность проинвестировать деньги, но лишиться своей собственности из-за некачественной судебной системы, отсутствия так называемого rule of law, то, что они называют, да, какого-то правильного закона порядка, соблюдения прав собственности, не будут инвестировать в страну, если эта дорога с одним таким движением, односторонняя. Потому что что сейчас происходит? Инвестор может теоретически зайти в Украину, выйти он не может,
потому что есть ограничения на вывоз капитала. Для иностранцев это просто крайне опасно. Когда ситуация начнет резко меняться, она может меняться. Я уверен, что Украина в состоянии показывать рост. А наскільки швидко Україна може відреагувати, змінити ситуацію? Я думаю... Адже все ж все одно пройдуть пару місяців, не менше. Это правда, но... Це що найменше для того, щоб відчути зміни? Ну, я би сказав так, що либо ми пытаемся менять ситуацию сейчас быстро, и ее можно поменять. Но проблема состоит вот в чем. Когда есть ожидание того, что ситуация улучшается, когда у тебя идет траектория полета вверх, а не вниз, как она шла до этого в Украине, на траектории полета, когда ты делаешь разгон, и потом начинаешь взлет своей экономики, в этот период времени он очень улавливается любыми инвесторами, он улавливается частными предпринимателями внутри страны. И они будут стимулировать вот эту траекторию, давать ей больший наклон вверх. Поэтому с этой точки зрения ситуация может начать меняться буквально на протяжении нескольких месяцев к лучшему. Я не говорю, что у вас станет все хорошо, но свет в конце туннеля будет определенно четко виден. Это уже не будет туннель с какими-то зигзагами. Это очень прямой, понятный туннель со светом в конце этого туннеля. И Украина может выжить и должна выжить. Она в состоянии показывать не только 7%, она 10% рост может показывать. Частная инициатива может стимулировать развитие, но для этого недостаточно те подвижки, которые сделало, например, правительство в прошлом, когда оно сказало по поводу того, или не оно сказало, но когда Мировой банк в своем этом Doing Business Report, легкость ведения бизнеса в последнем, сказал, что да, что Украина сделала там незначительный прогресс, поднялась на 4 позиции. Увы, это не то, что надо Украине. Украина должна пытаться, например, провести так называемую регуляторную гильотину. 2-3 месяца проведения этой гильотины расчистит поле так, что вы не узнаете страну в плане частного бизнеса. Не забывайте, что украинцы это образованные люди с колоссальной частной инициативой. Это не Сибирь и не страны Центральной Африки, где частная инициатива была зажата и толком не понимают, что это такое и как это работает. Украина может и в состоянии показывать подобного рода и рост, и подвижки. Мы закованы, правда, нас загнали в угол. При всей моей любви к Международному валютному фонду и понимании того, что они хотят от Украины, есть серьезные такие проблемы, связанные с нашим сотрудничеством с ним. Но и это основная проблема, например, я вижу в налоговом кодексе, который тогда не разрешили принимать. Потом вот эти последние доклады, которые были выпущены Международным валютным фондом по поводу того, что смотрите, ребята, у вас могут возникнуть так называемые временные разрывы в поступлении средств в государственный бюджет. Но это все решаемые вопросы, и их можно и нужно решить. И тогда можно аргументированно говорить Международному валютному фонду, почему мы движемся вот по чуть-чуть другой траектории, не той, которая была предусмотрена в изначальном меморандуме. Еще раз я скажу, что сотрудничество с МВФ это крайне необходимая вещь для Украины, если мы только не хотим упасть в бездну. К сожалению, если вы посмотрите всю нашу новейшую историю, вы увидите, что мы никогда, никогда не поднялись до того периода, до того уровня, с которого когда-то упали в 91 году. Мы до сих пор, наш ВВП составляет порядка 60%. Вот того, откуда мы упали в 90-м году. И это то есть наша траектория все время была вот такой. Мы летели, но летели вниз. Летели с какими-то зигзагами, но вниз. В то время, как другие страны с развивающимися рынками, к которым относится Украина, шли по траектории вверх. Если они составляют сейчас больше, чем 200%. То есть они... Вы хотите сказать, что главная проблема, власне, повязанная с коррупцией? И с коррупцией, и с крайне некачественным бизнес-климатом. Если сделать даже незначительные подвижки, я далек от мысли, что наступило абсолютно полное прозрение у политических элит в Украине, что необходимо вот и можно сделать эти подвижки, но даже незначительные подвижки могут помочь. Но я бы сказал, что вот это давление, этот пресс, который сейчас есть на украинские политические элиты, с одной стороны от быстро растущего украинского гражданского общества, с другой стороны со стороны западных партнеров Украины, он замкнул круг и делает этот круг меньше и меньше. Политические элиты находятся в состоянии такой замкнутости сейчас. Им надо попытаться разорвать это. Вот этот круг, в конце концов, их может задушить, если он полностью сомкнется, если не будет подвижек. Но
Вот почему вот это давление позитивно, это то, что может разорвать этот круг. Вот почему при всей там и плохих словах, которые высказываются по поводу того же МВФ или западных партнеров у нас внутри Украины, и есть дискуссия и в Европе по этому поводу, вот эти давлеющие, да, или давящие заявления, которые они делают, на мой взгляд, они позитивны. Позитивны для украинского населения. Для того, чтобы стимулировать, власне, правда. И я считаю, что приймати рішучий крок, змінювати кардинальну ситуацію. Правда. Загалом, скільки Україна чи зможе власними силами, от ми говоримо про те, що економіка має хоча б, бодай, трохи піднятися нагору, хоча б трошки зрости. От власними силами, що сьогодні потрібно зробити політикам, урядовцям, загалом владі, для того, щоб піднятися? Ну, мені кажеться, що ми увидимо з вами... Во-первых, ніхто вже не вірить ні здесь в стране, ні за пределами страны, не вірить слова. Слова совершенно замечательные, но необходимо было бы видеть действия. Мяч находится точно сейчас у двух основных игроков, у Кабинета министров и у Верховной Рады Украины. Абсолютно очевидно, что они должны играть слаженную игру вместе и пытаться вести этот мяч совместно. Что это означает? Это означает, что вот эти игроки, которые сейчас есть, должны принять несколько важных таких вот вещей, которые дали бы возможность развиваться стране. Прежде всего, немедленная перезагрузка судебной системы, немедленное проведение судебной реформы в стране, немедленное. В противном случае мы столкнемся с тем, что отток капитала из страны будет усиливаться, мы столкнемся с тем, что уровень доверия, который без того крайне низкий ко всем институтам власти в стране, со стороны населения, в том числе и к судебной власти, будет продолжать снижаться, и не исключен тогда новый какой-то социальный конфликт, потому что социальное напряжение в обществе достаточно большое. Следующее, что мне кажется, надо немедленно сделать, это проведение так называемой регуляторной гильотины. Когда ты берешь все законодательное поле, смотришь на это законодательное поле и рассматриваешь, что является недружеским по отношению к бизнесу, и одномоментно отсекаешь его. Я считаю, что ошибка экс-министра экономики состояла в том, что в принципе он не провел быстро вот эту дерегуляторную реформу. Не было регуляторной гильотины. Всякие рассказы по поводу регуляторной гильотины на протяжении 2-3 лет кажутся для меня совершенно странными. Я не понимаю, почему в Скандинавии это можно было сделать за полгода, и почему Украина должна была делать это 2-3 года. При всем при том, что это необходимая реформа, это нужная реформа. Насколько я понимаю, она оговаривалась даже в тот момент, когда создавалась вот эта парламентская коалиция. И при этом она не была проведена, а ее можно и нужно провести. Я считаю, что вот эта идея, которую высказывает в последнее время Минфин, правда, сказать они давно это высказывают, давайте передадим управление таможни под внешнее управление. Совершенно замечательная идея. Есть замечательный опыт Болгарии, которую мы постоянно исследуем, потому что фонд Блейзера из киевского офиса покрывал вопросы и Болгарии, и Румынии. И еще а деякі ж митниці днями были переданы под международное представительство? Это я, насколько я понимаю, это план по передаче, но я считаю, что это хороший план, это правильно. Есть те, кто умеет этим управлять и которые это делали, в принципе, в мире. Если вы не в состоянии поломать схемы, я понимаю, что тут есть просто, к слову сказать, МВФ говорит о так называемых vested interest по поводу Украины в своем последнем таком пресс-брифинге, который был сделан в четверг ночью по киевскому времени в Вашингтоне. Вот они как раз говорили по поводу того, что есть вот эти прихованные интересы в Украине, когда одна группа борется с другой группой, одни пытаются здесь получить деньги, другие там. Я считаю, что проведение приватизации, как бы это странно ни казалось, что у тебя рынок вроде бы находится внизу плоскости, да, вот он здесь внизу. И продавать вроде бы, когда плохие цены, нехорошо. Но мы должны решить для себя задачу вот такую. Мы что хотим от жизни? Мы хотим выиграть когда-то деньги, когда вдруг рынок пойдет вверх, и тогда продать эти предприятия. Но у меня возникает вопрос, а с какой стати этот рынок пойдет вверх, если вы тут ничего не собираетесь сделать? Либо мы должны продать эти предприятия сейчас,
И мне кажется, это логичная позиция, потому что продажа сейчас означает, что в будущие периоды времени вы сэкономите деньги. Вам не надо будет деньги из государственного бюджета сливать в эти государственные предприятия, которые неэффективны. Они везде неэффективны. И в Украине просто в том числе неэффективны. И всякие рассказы по поводу того, что не убивайте курицу, которая несет золотые яйца, это просто какие-то фантасмагории, которые связаны только с тем, а кто ходит с этим лукошком и собирает эти золотые яйца. Точно не украинские налогоплательщики, а тот, кто имеет возможность влиять на эти предприятия, тот, кто имеет возможность получать какие-то доходы, прямые и косвенные от деятельности этих государственных предприятий. Меньше государства в нашей жизни, на мой взгляд, это правильная концепция для Украины. И вот тогда, если в Украине будут быстро начинаться вот такие структурные реформы, типа судебная, бизнес-дерегуляция, можете добавить туда реформу государственного управления, быструю, резкую приватизацию, не рассказы по поводу того, провести или не провести приватизацию. Вы не проводите ее для того, чтобы максимизировать сейчас деньги, которые вы получите. Это вы решаете совсем другую задачу. Вы решаете задачу минимизации ваших расходов в будущие периоды времени. Вот почему вам ее надо провести. Вы получите быстро растущий средний класс. И я считаю, что задача гражданского общества будет решена, если в Украине появится сильный средний класс. Сильный средний класс в классическом определении, гарвардском определении среднего класса. Это не только уровень дохода, это лояльность к институтам власти, не к Иванову, Петрову, Сидорову, а к институту власти, Верховной Раде, Кабинету министров, суду. Вот такого рода нужны изменения. И вот этот средний класс уже никогда не допустит каких-то негативных подвижек со стороны той или иной олигархической группы. Он разрушит эти олигархические группы. Вот почему система сопротивляется. Вот почему те политики, которые сейчас мы видим в нашем спектре политическом, волей или неволей подвержены влиянию олигархических групп. Но эта ситуация может и должна быть изменена. Пане Олеже, від Міжнародного валютного фонду є чіткі межі, коли Україна це має зробити? Адже згадайте, напередодні Нового року від України вимагали ухвалення збалансованого бюджету і нової податкової реформи. Тепер МВФ говорить про те, що реформи повільно відбуваються в Україні, та ж сама реформа боротьба з корупцією. Чи є певні межі, коли Україна повинна впоратися з цим завданням? І на вашу думку, за вашими прогнозами, коли все ж таки може бути поновлена така співпраця? Я би сказав так. Ми зараз знаходимося, ми не випали з програми МВФ, ми знаходимося в пасивній стадії співпраці з Міжнародним валютним фондом. Вроді як програма є, а гроші не приходять. Но я вважаю, что как только Украина примет некоторые инициативы, например, четко скажет, когда будет проведена и как проводится судебная реформа, например, уволены все судьи, или, например, началась разработка проекта по дерегулированию экономики, например, какие-то коррупционные скандалы, которые сейчас были заявлены, получают широкую огласку и продолжают реально разбираться со стороны полномочных органов на это. После этого Международный валютный фонд вправе выносить так называемое, они должны сделать так называемое второе ревью по Украине. После этого они выносят вопрос Украины к себе на заседание Совета директоров, делают корректировки в нашем меморандуме о сотрудничестве. Эти корректировки прежде всего касаются структурных маяков, чего, когда должно быть сделано. Четко прописанный план. Вот почему этот важный план, который готовится экспертным сообществом сейчас, должен быть подготовлен немедленно в короткие сроки. Речь идет о нескольких неделях, когда план должен быть выпущен уже в воздух, и все должны понимать. Не может страна жить с 10 разными планами. Один единый план. Вот что ждет Запад и МВФ от Украины. Вопрос выносится на рассмотрение МВФ. Украина получает деньги от МВФ. Я больше чем уверен, что мы продолжим сотрудничество с МВФ. Не потому, что так сильно хочет политическая элита Украины, а потому, что у политической элиты в Украине нет никакого другого выбора. И я бы предположил, что речь идет, скажем, о 1-2 месяцах от сегодняшнего момента времени для того, чтобы ми продовжили співпрацю з МВФ. Будемо сподіватися, що найближчим часом ваші оптимістичні прогнози справдяться. Спасибо. Дякую за розмову. Олег Остенко, виконавчий директор фонду Блейзера, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.